Вот так это название выглядит на карте. Lake District National Park. А вот так он выглядит на самом деле. Озерный край. Национальный парк на севере Англии. Практически на границе Англии с Шотландией. Настоящий рай для неторопливого отдыха. Маленькие города и городочки. Чудные дорожки. Узенькие повороты. Очень удивляются британцы нашему большому автобусу здесь. Если по шотландскому Хайленду возил нас Васильев Евгений, то сейчас за рулем Мистер Васюкевич Джон. Джон Васюкевич. Your driver.